друзья, а вот этот вот Retro Muromets 2, такой прибор с голосами военных вождей, был подарен нашему президенту к 70-летию от Муромского радиозавода. Находится в кибермузее такой экспонат еще один. Посмотрите, к нему пультик, и можно выбирать, что вы хотите послушать. Речь Молотова, Сталина, кого угодно. Например, кого мы хотим послушать? Так. Тут и песня, и речь. Речь Сталина 20. Давайте попробуем на пультик навести. 20. Нет, это 2. 20 хотела. Вот. Такая игрушка интересная. Такая интересная игрушка.